логично, поскольку я занимаюсь сельским хозяйством, как вы знаете многие, и поэтому в этих вопросах разбираюсь. Но в последнее время, к сожалению, обстоятельства складываются таким образом, что все больше и больше приходится решать какие-то проблемы, вопросы эдавирума. И скажу тоже пару слов по поводу вот этих вот квартир, которые остались без отопления. Хотел опять-таки поблагодарить тоже Елену Мутанидзе за то, что она подняла этот вопрос. Поблагодарить всех тех, кто участвовал в этом. Поблагодарить Евгения Васильевича Соловьева, который находится сейчас тоже вижу в зале, за то, что он сразу же откликнулся, как только предоставилась такая возможность. То есть сейчас идет реальная работа. Город подбирает квартиры, подбирает возможности, как помочь, договориться с людьми, чтобы либо заменить на равноценное жилье, либо предоставить возможность куда-то переехать. Но, в общем, все, кто нуждается в помощи, все, кто в эту беду попал, все вот эти люди получат возможность переехать на новое место жительства благодаря как раз-таки тесному сотрудничеству с городом. И это, конечно, очень приятно наблюдать. Что касается остальных вопросов эдавирума, то, конечно, сокращение – это сейчас такой один из самых, наверное, болезненных, да, вопросов. И эти сокращения хуже всего влияют на регион тем, что люди начинают уезжать, вернее, продолжают уезжать. Как мы знаем, что меньше и меньше народу остается у нас. И поэтому, если мы какие-то решительные шаги не предпримем, то я думаю, что будет эдавирум через несколько лет не совсем таким, как мы хотим увидеть. Почему? Что мы можем сделать, как представители в Риге КОБУ? Мы в первую очередь решаем вопросы, конечно, принятием различных законопоправок. И сейчас, буквально на прошлой неделе, мы сели за общий стол. Все кандидаты, все, кто были избраны от эдавирума в Риге КОБУ, все, кто занимаются экономическими вопросами от нашей фракции в Риге КОБУ, и обсудили, какие можно было принять законопоправки.